Приветствую вас. По вашему описанию, да, по вашему описанию проблемы, я могу сказать, что его близости вы боитесь в первую очередь. То есть, вы сближение с человеком, ну, боитесь очень сильно, достаточно сильно боитесь сближения с человеком. Вот. И это то, что сильнее всего вам мешает. Дело в том, что когда с человеком сближаешься, да, нужно как бы обладать хорошими личными границами и четко очерченным личным пространством, куда, ну, вообще вот никому, кроме вас, как бы заходить нельзя, а даже близкому человеку, даже родному человеку. Вот. А у вас этого нет. И ссоритесь вы, и придираетесь вы, потому что боитесь вот сближения. Вы сближения не умеете. Вы либо полностью растворяетесь, либо вам нужно оттолкнуть. В итоге получается хаотичное такое проявление. Попеременное, да? То это любовь, люблю, не могу, то это, соответственно, ну, не ненависть, но вот какое-то такое отдаление, отстранение, отторжение человека происходит. Потому что вы не чувствуете себя защищенной, и вот проявляя свои чувства, свои эмоции, вы вся вот прям отдаетесь, и отторгая, вы тоже отдаетесь этому вся. Ну, как бы это позиция такая вот достаточно незрелая, к сожалению. Так что нужно осваивать личные границы, осваивать пространство, вот, ответственность, личную ответственность в отношениях, вот, дифференцировать то, что вам хочется для человека, то, что хочется для себя. Вот, со страхом работать, потому что, вот вы говорите, что он боится вас потерять, но вы тоже боитесь его потерять, я думаю, сейчас уже. Вот, брать ответственность за ссоры, за то, что именно вы ссоритесь, и ответственность за придирки. Придирки — это тоже такая важная история. Придирки — это что? Это агрессия. Это агрессия. Вот когда вы придираетесь к человеку, вы агрессируете. А для чего бы вам агрессировать? Вот хороший такой вопрос я вам задам. Вот для чего бы вам агрессировать? Ну, это вопрос на самом деле хороший. Агрессируют люди, когда чувствуют опасность какую-то, агрессируют люди, когда чувствуют угрозу, вот, и агрессируют люди, когда подавляют что-то в себе. Вот. Ну и, соответственно, вот подавление чего-то в себе, это вот, вот с этими вещами вы занимаетесь. Соответственно, скорректировать, научить правильно управлять этим, и ссориться не будет. Навыками бесконфликтного общения владеть нужно. Вот. И меньше концентрироваться на собственно человеке. Больше концентрироваться на себе, на своих собственных задачах.
Это про желание. Вот вы говорите, что я без него уже не могу, своей жизни без него не представляю. Это вот про это. Это про это. Вот про растворение, про зависимость. Вот. Ну, это тоже корректируется достаточно легко. Корректируется. Вот так. Вот так. А на этом все. Я надеюсь, что помог вам. Изучите, значит, в интернете игру, которая называется «Скандал». Вот такая психологическая игра. Изучите ее, чтобы лучше понимать, что происходит между вами, вот, лучше понимать причины этого, и дальше уже, ну, можно будет, в принципе, от этого отталкиваться и помогать вам. Всего доброго, удачи!